Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова я, Елена Еремина. Мы продолжаем готовить новогодний стол. И сегодня мы будем с вами готовить два блюда. Первое – мешочки с сюрпризом и мясной пирог. Итак, ингредиенты для первого блюда, для мешочка с сюрпризом, понадобится 0,5 кг мяса курицы, пошехонский сыр 200 грамм, бальзамический уксус, винный уксус Мадера и масло косточки винограда, можно обыкновенное масло, одно яичко, соль и перец. Итак, для пирога мясного нам понадобится 0,5 кг говяжьего фарша, картофель сырой, нарезанный мелкими-мелкими кубиками, красный лук, нарезанный мелкими кубиками, яичко и приправы на любой вкус, который вам понравится. У меня же тут черный перец с солью. Для мешочка с сюрпризом нам понадобится слоеное тесто, бездрожжевое. Его я делаю заранее. Ложу в морозилку и потом использую, когда мне нужно. Для мясного пирога нам понадобится тоже слоеное тесто, но дрожжевое, также заранее приготовленное. Итак, мы начнем с мясного пирога. Добавляем наши приправы. Затем лук. Яичко. Два яичка. И все тщательно перемешиваем. Итак, одна начинка у нас уже готова. Будем размешивать вторую. Сюда мы тоже добавляем одно яичко. Заранее мы добавили сюда все ингредиенты. Повторяю, бальзамический уксус, уксус Мадера виноградный и масло виноградной косточки. Соль, перец по вкусу. Можно добавить свои приправы, которые вы любите. Раскатываем тесто в прямоугольную форму. Смотри, показывай. А? Показывай сначала немножко. Итак, мы раскатали тесто. Теперь будем нарезать маленькие тоненькие полосочки в 2 сантиметра. И по центру нашей плетенки выкладываем начинку. И начинаем плести нашу косичку вот таким образом. И выкладываем нашу косичку на противень, который я выслала заранее фольгой, можно пергаментной бумагой. И таким образом продолжаем делать все косички. Смажем наше тесто для того, чтобы получилась хрустящая и золотистая корочка. Берем яички наполовину с водичкой. Вот такой у нас будет лизон.
и ставим выпекать наши косички в духовку, разогретой на 180 градусов 30 минут. Сейчас мы будем уже заниматься с нашим тестом для мешочков-сюрпризиков. Раскатываем тесто. И нарезаем на квадратики вот такой вот величины. Вот так вот, такие вот квадратики. Мы нарезаем. Выкладываем по центру начинку. И лепим мешочки. Такие должны у нас мешочки получиться. Выкладываем на противень, высланный пергаментом или фольгой. Ну вот и пришло время посмотреть, готовили наши плетеночки. Готовы. Вот такая у нас красота получилась. Вот. Теперь пришла очередь наших сюрпризиков, мешочков. Также смазываем их сверху яичком. Смазали сюрпризики наши и ставим в духовку. Выпекать при разогретой духовке 180 градусов 25 минут. Вот наши сюрпризики уже готовы. Будем их подавать. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Такие вот красивые сюрпризики. Наши сюрпризики я подам с пикантным соусом, который состоит из 150 грамм майонеза и 150 грамм сметаны, оливки зеленые, дижонская зерновая горчица и английская горчица. Вот. А пирог мясной я подам с летним замечательным салатом, который любят мои дети.
Вот, дорогие друзья, сегодня мы приготовили еще два новогодних блюда на ваш стол. Делитесь рецептами со своими друзьями. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья!